пускать хвостом черенок. Интересно. Посыпалось, прорвалось, ё-моё. Можно взять пакетик, наверное. Неудобно. Это теперь пересыпать. Еще раз просветить. Тут, блин, какая-то херня попала.
мне тут фигуранты. А это мы оставим на мокрую потом. На холодную. Она впервые в жизни что-то на сите на этом делает. Гвоздь попался, в печке был. А, я же все сюда высыпала. Зола просеянная. Я тут уже... Короче, тут уже много времени прошло с того момента, как я ее начала сеять. Тут у меня как бы даже всякая еда. Я думаю, ее... Вообще, в прошлый раз тогда совершил... сделала ошибку. Надо было действительно просеять. И делать на воде, а не на гидролате. В общем, сейчас я думаю, фильтрованной водой это залить. По инструкции, как я в интернете нашла.
пол кастрюльки, ну тут где-то пол кастрюльки есть. Золы почти доверху воды, 30 минут проварить, потом процедить. То, что процедилось на грядку в огород, но у нас сейчас как бы все снегом закинуто, поэтому я думаю, это выкинуть надо будет. А то, что отцедилось, как бы должно быть мутненьким, гелеобразненьким, зольным мыльцем. В общем, так. Сейчас буду заливать водой. Надо было изначально, наверное, нацедить этой воды. Ну, у нас тут такой интересный рисунок вышел. Погадайте на золе. Так, у меня тут еще слегка нацедилось. В общем, как-то так. Месиво, как бы сказала моя бабуля. И сейчас это месиво будет у меня полчаса вариться. Я пока не буду это записывать, а лучше как бы посмотрю на часы, короче, замечу время. Могу вам кота показать пока. Который лопает куриную косточку. Кстати, ему досталось больше, ну, можно сказать, даже большая часть куриной этой, как ее называют-то? Окорочка вареного. Он, по-моему, у меня очень любит эту курицу в вареном виде. Там как раз кто-то хотел котика. Так вот, у меня эти кости, как я говорила, по-моему, в стриме или в каком-то видео, может сгрызть целиком. Вот он как раз у меня как-то эту кость сгрыз целиком. Вот я его тут вообще помешала. Ну, практически постоянно помешивала вот этой палочкой. То, что как бы от роллов у меня внезапно нашлась. Причем целая такая упаковка, я их разломила. И чутка еще добавила воды. Мне просто показалось, что там что-то такое, может, не совсем перемешалось, не знаю. В инструкции, правда, такого не было сказано. Что надо помешивать, но я решила, что можно, наверное, помешать. Кстати, сейчас надо будет какую-нибудь тару приготовить. И то, через чего его процеживать. Thank you.
Вот я тут во всеоружии. И по ходу дела мои часы слегка сзади, потому что когда я пришла к компу глянуть чего-то там, ну, точнее, по-моему, по поводу этой всей варки, то оказалось, что там 25 минут, а у меня тут было еще только 10. Я подумала, что, наверное, не 10 минут сзади. Ибо я поставила все это дело где-то без 5 минут, 12. Да, по идее, надо спать. Я сегодня такая слегка вялая была, но вот что-то меня, как обычно, дернуло среди ночи. И мне еще тут где-то минут 7 осталось его варить. Я сначала думала процедить через тряпочку, но вспомнила, что у меня есть ситечко. Не думаю, сейчас сразу же что-нибудь такое своять из части. А часть оставить. Но очень надеюсь, что у меня все-таки получится тут гель сделать. Может, по какой-то еще инструкции быстрого способа приготовления. Вот как раз там надо было помешивать. И слегка вода должна была выкипеть. В общем, почитала я то, что в одном месте называлось зольным мальцем. Я еще слегка сомневалась, на деле типа щелок. И его надо хранить в стекле, ибо пластик он как бы разъедает. Ну и если вы решите экспериментировать типа как я, то надо, чтобы посуда была не алюминиевая, эмалированная, там еще какая-нибудь, но не алюминиевая. В общем, сейчас вот это я выключила действие, оно слегка постынет, и я его процежу в баночку. А потом на части его хочу вместе с кокосовым маслом, вместо свиного жира, хотя у меня есть свиной жир, но не топленый, именно что сало, сало соленое, сало просто, ну, слегка заварить в кастрюльке кусочек или что-то у меня получится мыло. Думаю, добавить туда, вот у меня есть такая, типа крем самопальный, смесь меда, алоэ и этого, того же опять кокосового масла, и добавить какое-нибудь эфирное масло в роли ароматизатора, скажем так. Ну и слегка удобрить. В общем, посмотрю, что выйдет. И результат по мере действия буду записывать. Где-то, может, буду записывать, вот прям поставлю камеру какую с просейкой зала и буду писать. Ну, кстати, он тут постепенно как бы оседает на дно. Можно сказать, отслаивается. И фотик, может, не видно, потому что отражается у меня тут эта крышка. Вообще, пол, потолок точнее. Ну, так, если самой смотреть, то там вот видно, как конкретно такой слой воды уже, ну, уже не воды, а жидкости. В общем, вот, у меня вообще там еще дофига осталось. Я сливала через вон то ситечко, а под него ложила... Сначала, точнее, положила сюда тряпочку хлопковую, а потом поставила ситечко. Как бы через два. И вот у меня... Я просто сейчас сняла фотик с этого самого. Здесь у меня слегка этого крупного мусора. И сейчас попробую как-нибудь показать. Вот у меня тут этот такой кулечек осадка самого. Я пожертвовала тряпочкой сюда. Сначала хотела через какую-нибудь марлю, но, в общем, что-то с марлями у меня напряг. Сам процесс снимать не стала, потому что у меня тут кот везде лезет, и как-то очень неудобно. И так, чтобы стать самой, было удобно стоять, и было видно камере. В общем, как-то сложно с этим. Но я думаю, вы по описанию поймете. И да, она действительно такая мылкая жидкость получилась, потому что у меня на руки попало, я сейчас мыла. В принципе... Я думаю, что у меня вышло. Ну, я вообще читала, я и раньше читала еще на, просто на мыльной основе, что чтобы сделать, допустим, шампунь, он был густой, надо туда добавить, точнее, загустить его, надо добавить обычной поваренной соли, но я хочу сделать без соли. Просто, как вот говорила до этого, даже если он будет жидким. Прям грязь целебная. И да, на выходе все-таки выходит мало. У меня вышло где-то, ну, может, пол-литровая банка этого месива. Ну, как-то вот. Зато второй эксперимент, сделанный по правилам, как бы был удачным. В том плане, что жидкость действительно мыльная. Надеюсь, что с кокосовым маслом все-таки выйдет хорошо. Так, как надо. В кастрюле проводились всякие эксперименты раньше. В
Что-то там в ней пригорало, еще что-то. Я в ней варила коту еду впоследствии, потому что она была вся такая хрен знает какая. Я думала, что ее уже не отмоешь никогда. Вот сейчас кот прилетел, наверное. Возможно, вы видели. И вот то, что я мешала там этим бамбуковой палочкой. Вот и вообще там, где вот это коснулось, а короче говоря, оно, оказывается, очень даже хорошо отмыло. Я вот сейчас начала мыть и вот увидела. Решила это заснять открытие. Не до конца, конечно, и вот то пятно все же осталось, но она, блин, белые стенки у меня в этой кастрюле, а то пятно стало намного светлее. Я думаю, что все-таки, если у меня сейчас получится это мыло сделать на кокосовом масле, вообще, на, как я поняла, 2:1, две части этого зольного отвара, скажем так, и одну часть жира. И я потом, наверное, не холодным попробую способом 3 дня, который ждать, а вот этим вот. И я не помню, но что-то у меня такое ощущение было, когда я мыла эту кастрюлю, что в прошлый раз свой первый эксперимент я делала в алюминиевой кастрюле, и, возможно, еще из этого тогда не получилось. Так что вот, я так довольна таким результатом внезапным. По-моему, одна из... Или в этой кастрюле я что-то такое делала, у меня насики там галдели тогда на форуме у себя что-то по поводу моих кастрюль. Вот, оказывается, ее можно было отмыть, всего лишь сварив в ней золу. Вот тут у меня стаканчик мирный, 200 миллилитров я отмерила, и положу потом где-то на 100 миллилитров я мерку воды смотрела. Весы просто я что-то сейчас не взяла, я не ожидала, что у меня удачный будет эксперимент. И тару какую-то конкретную тоже не очень подготовила. Короче, решила по мерному стаканчику делать. И кокосового масла как раз положу так, чтобы было вот именно как бы на 100 миллилитров воды. Чем вот у меня тут кокосовое масло. Да, у меня тут слегка благородный тремор. И наш этот самый зольный отвар. Да, плита у меня слегка грязная. Конечно, я классически забыла заметить время, когда я поставила. И вот что-то я сейчас подумала, решила немножко кинуть туда соли. Посмотрю, что будет, и заодно докину туда уже смесь кокосового масла с медом и алоэ. Ну и уже поверху, когда буду заливать форму, этот самого маслового соуса закапаю. Вот у меня соль поваренная пищевая, я думаю, пока чайной ложкой обойтись. Потому что на тот объем, что я смотрела, килограмм жира и 2 литра этой самой отвара золы, надо было где-то около столовой ложки с горкой, что ли, минимум соли. Ну, у нас тут совсем чуть-чуть в итоге вышло. У меня в разы потемневшее месиво, и тут у меня той смеси кокосового масла, меда и алоэ было где-то около 50 грамм. Значит, выключить, слегка его взбить этим маленьким миксером, тем, которым я обычно для кофе молоко взбиваю, и добавить уже несколько капель масла косметического лотоса. Вот у меня такое месиво взбитое. И сейчас я, короче, туда закапаю маслице. У меня тут есть такое маслице. И не знаю, может быть, еще какое-нибудь масло зафигачу чисто так вот для разнообразия. Потому что, мне кажется, это косметическое масло все же. Хоть оно и пахнет. Думала, может, на мотив и фраше добавить еще что там у нас. У него было лотос и что-то еще такое. Что-то еще такое у меня как раз есть, как это какое-то масло. Я просто забыла, как его зовут, чебрец или кто-то там. Уточнила сейчас. Там, в общем, лотос и шалфей. Вот как раз у меня будет лотос. И шалфеем я ароматизирую. Ну и перелью потом в мисочку и засниму, как оно есть. И завтра уже, наверное, засниму, когда оно, если оно застынет, чтобы уже до полного, как бы, эксперимента. Косметического масла у меня где-то миллилитр туда ушло. И оно действительно косметическое, потому что я сейчас слегка на руки капнула.
В общем, выглядит оно как косметическое. Раньше-то я почему-то думала, что оно эфирное. Либо покупала я его в магазине, где торговали исключительно эфирными маслами и аромалампами. 5 капель у меня случилось этого масла. Думаю, можно сейчас немножко помешать, хоть оно избитое уже. Сначала у меня еле-еле капала одна капля, а потом внезапно все 4 так разом. Ну, думаю, уж я хотела вообще 3 капли сделать. Ну, раз получилось, думаю, как есть. Сейчас буду переливать. Очень надеюсь, что у меня это вышло. Но что-то мне все-таки 3 дня тут думала. Вообще, товарищ мне тут один чай шлющий капал на мозги по поводу этого мыла, ну, всего вот этого ручной работы. И мне что-то уже 3 дня как подмывает заказать мыльную основу. Я не знаю, может, все-таки ее закажу. Пока собиралась, она там сначала 11-го могла доставиться, ну, типа, до дня рождения, а теперь уже только 19-го. Сейчас гляну, не знаю, как у них там снова со сроком. Может, действительно закажу пару килограммов. Там в одном, по-моему, уже включено масло Шиф. Какое-то я как-то уже брала на Озоне. Кстати, вот там у меня остался малюсенький кусочек. И там было включено, по-моему, масло кокоса или какао, как-то так. Но хорошо мылилось. И не, ну, и его, в принципе, надолго хватало. Но так не размыливалось, а так, чтобы уж совсем быстро уходило. Еще у меня в планах уже 3 года, наверное, когда-то я увидела в магазине у нас, ну, в каком-то улическом, сувенирном, мочалки в виде льняного мешочка с травами, эфирными маслами и тертым мылом. Потом в интернете смотрела, как это выглядит, как делать. И вот мне все подмывало. Вот думаю, наверное, сделаю вместе с тем, как когда буду делать бальзам для ногтей. Воск, в смысле. Что-то оно, я его помешала, но, видимо, уже вот как раз стало загустевать, потому что какое-то оно вот такое. Фотик у меня разряжается, я не знаю сейчас, как бы это все перелить, но попробую. Вот сначала я думала, что у меня будет столько всего вот этого, блин, как оно там, щелока, приготовила такой контейнер. Потом узнала, что в пластике его нельзя хранить, а потом оказалось, что у меня вообще мало этой хрени вышло. Как-то так. Но я думаю, что уже готовое мыло можно хранить в пластике, из-за которой... И я использую баночку от Саландри. И надо использовать еще, по ходу дела, какую-то баночку. Что тут он? До верха-верха его практически налилось. Баночка сейчас даже от клубничного мусса. Вообще я ее сначала тут слегка остужу, а потом попробую сунуть в морозилку. Сейчас я поставлю на паузу, сама схожу за каким-нибудь баночкой, тарочкой. Интересно, у меня где-то есть ведь формочки, которые мне Заремка дарила под мыло. И еще мои какие-то. Но нашлись только Ксюшкины 2. Ну, из них я сейчас попробую заполнить. И вообще как-то у меня напряг с этими баночками-то оказывается. Да, это все выливает. Только... упаковочные баночки под воск для ногтей. Надо еще что-нибудь тут порыть.
Анна придется сюда заливать. Конечно, я капнула на эту бедную многострадальную скатерть. Надо было, конечно, ее, наверное, снять. Даже для этого. Ну, придется потом, ее все равно мыть потом придется. В общем, пока у меня вот такое вот все вышло. Ну, что у меня тут вышло после морозилки. Вот это я перевернула, но там, по ходу дела, было слегка много жидкости. Ну, чуть-чуть я переборщила, скажем так. Потому что оно мягкое и такое ледяное. Остальные я еще не пробовала. Попозже, может быть, сегодня вечером какой-нибудь из них затестирую. Ну и потом тоже снимусь и скажу свое как бы мнение. И, наверное, уже завершу этим видос. В общем, у меня вышла жидкая водичка, которой вполне можно помыть посуду. И, наверное, зря я взбивала венчиком, хотя в одной из инструкций многочисленных я прочитала, что надо обязательно взбивать с миксером все это месиво, потому что то, что я взбивала пена, вот, ну, может быть, благодаря тому, что я взбила эту пену, весь этот жир, то бишь кокосовое масло, поднялось кверху, застыло и стало такой своеобразной массой жирненькой. Я не знаю, может, ее можно применять как... Тут еще водички немножко осталось. Как какая-нибудь маска для рук, увлажняющая или еще что-то, потому что, ну вот, чтобы ее смыть, мне понадобилось потом приличное количество мыться. А жидкость жиденькая, скажем так, и хорошо отмывает посуду, вот только если для этого. Ну, по крайней мере, в этом эксперименте я поняла, что как надо делать, узнала, ну, что сегодня тетя даже говорила, уже вчера, потому что сейчас уже минут 5, наверное, первого, следующего дня, так сказать, субботнего дня. И в алюминиевой кастрюле, в алюминиевой посуде как бы нельзя это делать, потому что иначе пойдет какая-то реакция неправильная. И, короче говоря, по крайней мере, у меня получилось сделать этот самый щелок. Щелок у меня еще осталось. Вот он в баночке. И я думаю им просто мыть посуду. Вообще, хотя я вчера выкинула, но когда выкидывала, уже заметила позже, надо было, наверное, оставить. В мешочке вот от сеном, точнее, ну, то, что у меня процедилось, вот вся эта, как бы, зола вареная, им тоже вполне можно вот просто завязать этот мешочек и использовать, я думаю, его как губку для мытья посуды уже с мыльным средством, потому что он довольно мыльный был, и им даже что-то там теста ради даже получилось отмыть. В результате я заказала мыльную основу, плюс человек у меня как бы заказал сколько-то там мылец. И 19-го придет у меня эта мыльная основа, если верить доставке Озона. Я думаю снова возобновить эти мыльные свои мыла. А здесь, наверное, надо, чтобы было более густо, все же вложить сколько-то, намного больше соли, ну и, возможно, чуть меньше кокосового масла или как-то так. Там нашла кучу всяких сайтов, ей можно, в принципе, даже помыться, помыть голову или еще что-то. Но руки, в принципе, она нормально моет. В итоге вышло слишком жидкое мыло, хорошо моющее посуду и увлажняющее кожу. У меня слегка поднастоялась вся эта месиво, и пена, та, что затвердела, слегка размякла, наверное, от температуры, так сказать, кухни. И я, ну, в общем, можно сказать, я думаю, что чисто, чтобы мыть посуду, вот вполне удачный эксперимент. И кокосовое масло с медом, и вот этим самым алоэ вера не пропало зря. И сама вот эта часть отвара золы тоже пригодилась. Ну, если хотите, можете повторить. Я вот решила на третий день бытия этого эксперимента записать все-таки сейчас. И как-нибудь впишу в этот свой видос при монтаже на днях. Ну, в общем, сейчас я даже попробую показать этот вторую баночку. Я ее проткнула, и там типа жидкость такая. И, в общем, я ее вылила, ну, сколько-то часть на губку помыла посуду.
Помыла даже руки. Мне сначала казалось, что это масло вообще непонятное получившееся. Масса масляная, ни к чему не пригодящаяся. Ну вот оно как-то все вместе, если смешать и немножко раздолбать эту массу, перемешать, короче, если ее, то вполне можно мыть посуду. Как-то вот. Всем спасибо. Всем пока.